Итак, соответственно, у нас сегодня третья лекция курса «Гулес-ликбез». И на двух следующих лекциях, на этой и последующей, которая будет в декабре, мы попытаемся разобраться с функцией искусства в современном мире, да и в мире, в принципе, как таковом. Поэтому сегодняшнюю лекцию я не могу считать полностью завершенной, да, то есть некий блок из двух лекций. Я какие-то функции попытаюсь выделить сегодня, а какие-то специально, осознанно оставил на следующую лекцию, потому что мне кажется, что это достаточно правомочная группировка в том виде, в котором она будет мной представлена. И я бы хотел начать с такой зарисовки. Возможно, многим из вас приходилось в начальных классах общеобразовательной школы еще писать сочинение на такую типичную достаточно тему, да, для школьной программы. Кем работают ваши родители? Вот. И мне это запомнилось потому, что, несмотря на советское время, да, когда я учился в школе, вот, тем не менее, тема была сформулирована в несколько постапокалиптической манере. Каков был бы мир, если бы исчезли все представители той профессии, которую выполняют ваши родители? Вот. В данном случае все представители класса, да, достаточно лихо отвечали на этот вопрос, да. То есть, ну, понятно, что борец с огнем, как пожарный, да, если их не будет, то будут гореть дома, да. Врач, выполняющий так или иначе эталонно свою функцию, тоже не вызывает никаких сомнений его функциональное значение. Там строитель или водитель, или даже почтальон. То есть степень важности для жизни каждой отдельной профессии может быть разная, различная, но тем не менее, когда речь идет о профессиях таких, связанных с достаточно четкой конкретикой, никакой проблемы в объяснении значения этой профессии для общества не возникает. Дело в том, что мои родители были оперными музыкантами и являются ими по сей день. И ничего более толкового, чем написать, что некому будет сидеть в оркестровой яме оперного театра, да, мне в голову тогда не пришло. Так вот, на самом деле... Это может быть смешно, может быть грустно, но если спросить любого музыканта, да и не только музыканта, любого деятеля искусства, какую роль его профессия выполняет в социуме, ничего более-менее внятного вы не получите на этот. Да? То есть, либо от вас просто отмахнутся, да, и на этот вопрос не станут отвечать. Это тоже, кстати, весьма показательно. Когда человек игнорирует ответ на вопрос. Либо с большой долей вероятности вам скажут, что искусство выполняет роль развлекателя. Это тоже достаточно частый ответ, который мне приходилось слышать. Я не стану его полностью отбрасывать, сбрасывать его со счетов, но думаю, очевидно, что этот ответ как минимум недостаточен. Можно сказать, что он даже не четко сформулирован, но он еще и недостаточен. В наибольшей же степени вероятности вам наговорят достаточно большую кучу благоглупостей на тему о духовных ценностях, о культурном значении и так далее. Да? Однако я всегда очень жестко пытаюсь пресекать такие обскурирующие термы вроде духовных ценностей, потому что ничего, кроме отсылки к еще более непонятному, они не дают. Да? Они не проясняют ничего. Да? Они отсылают, лишь проясняют непонятное через еще более непонятное. То есть в чистом виде представляют собой эффект обскурантизма. У нас очень любят это делать, однако для меня, как музыканта и для вас, я думаю, ссылка на какие-то совершенно недоказанные, необоснованные категории ничего не прояснит.
для объяснения вашей профессии. Я не пытаюсь сказать, что этих самых пресловутых духовных ценностей нет. Я пытаюсь лишь сказать, что они не представлены в современном научном сообществе, которое считают, естественно, гуманитарные науки, в виде вполне ясных и определенных категорий. Вот. Поэтому я не буду сбрасывать со счетов ни извод, когда искусство выполняет развлекательную функцию, не буду сбрасывать со счетов и извод относительно пресловутых духовных ценностей. Я попытаюсь лишь в большей степени прояснить ситуацию, а не запутать ее окончательно. Первое, что хотелось бы пресечь, когда речь заходит об искусстве, это инициативу левого толка, да, инициативу, идущую от неправомочного расширения творчества Карла Маркса, да, представленную в известном всем концепте, да, базиса и надстройки. Где культуральная функция, культуральная модель общественная, она является некой надстройкой над материально-производственной, экономической. Вот. В данном случае нужно отдавать себе очень определенно отчет, то, что модель марксовская, она совершенно по-своему. Но нужно понимать, что она отражает не объективное состояние действительности, а является отличным инструментарием для анализа общественных систем отношений. А в том виде, в котором она представлена в современной социологии, в частности социологии Пьера Бурдье с его «Социологии социальных полей», простите за тавтологию, это термин. И в данном случае, когда он пытается объяснить символический капитал, то есть капитал культуральный, через его приравнивание к монетарному, но на другом уровне, это отлично работает и по сей день. Это прекрасная и рабочая модель для анализа культуры. Другое дело, что это просто инструмент. Как в случае с марксистской диалектикой, так в случае с социологической диалектикой Пьера Бурдье. Вот. То есть не нужно ставить знак равенства между этой моделью и реальным состоянием культуры и реальным состоянием общества. Да? Что такое реальное состояние культуры и общества, думаю, современная наука вообще должна забыть о постановке таких вопросов. Да? Мы можем лишь предложить более или менее корректный инструмент для ее анализа. А не пытаться выявить истину в последней инстанции, да, раз и навсегда, на теорию всего. Археологические факты в данном случае отлично подтверждают неправомочность марксистских утверждений о, так скажем, о первичности материальной составляющей над составляющей культуральной. Дело в том, что, в частности, допустим, такой феномен, как Венера из Берихат Рама. Это статуэтка, одна из самых древних статуэток в истории, даже не скажу человека, да его предшественников. Целый блок весьма компетентных специалистов, археологов, антропологов, приписывают эту статуэтку рукам Homo erectus. То есть даже не кроманьонцу. Да? Ее датировка 200-250 тысяч лет. То есть можно говорить о том, что подобные статуэтки, то есть некие зачаточные формы искусства существовали задолго до появления современного человека. Под современным человеком я понимаю кроманьонца, да, не современного, который сидит в этом классе. Да. Зачем Homo erectus потребовались эти статуэтки? Ну, на этот вопрос, конечно, корректно ответить не получится никогда, но я обычно стараюсь вообще не лезть дальше в историю больше, чем на 300-500 лет, потому что ни к чему хорошему, как правило, обычно это не приводит. Но в данном случае я и не полезу, я лишь приведу мнение специалистов на этот счет.
Опять же, любые мнения относительно более древней истории, чем история эпохи Возрождения, я всегда бы брал в кавычки и называл бы все-таки предположение. Даже не гипотеза, а предположение. Ну, потому что если мы не можем точно представить, каково было мировоззрение человека эпохи Просвещения, да, то уж тем более мы не можем представить, а было ли вообще какое-то мировоззрение у Homo erectus. Да? Вот. Так, если ссылаться на автора одной книги, которая не так давно была опубликована, это Искрин и его книга «Загадка Венеры каменного века». Это издательство было издано в Санкт-Петербурге в 2013 году, относительно недавно. Так вот, автор предполагает, что эти Венеры, а их большое количество, другое дело, что столь страшной датировка их мало. Да? Вот. Но начиная с возраста в 30 с небольшим тысяч лет, их уже находят значительное количество. Так вот, автор предполагает, что все эти статуэтки были так называемыми сексуально-отказными игрушками. Что это есть с точки зрения социума? Дело в том, что вопреки некому такому фантазийному мнению о первобытном обществе, что там половые связи были предельно неупорядочены, на самом деле это не так. Вот. На, так скажем, представители женского и мужского пола приходили на поляну для брачевания, и происходил выбор. Да? То есть женщина должна была выбрать партнера, выбрать в случае с Homo erectus, наверное, корректнее все-таки даже самца сказать, да, чем мужчину. И, но представьте себе, что и сознание в какой-то зачаточной форме у этих существ, безусловно, уже есть. Особенно, если они игрушки делают. А вот может ли это существо этим сознанием свои инстинкты контролировать, это весьма сомнительно. Да, то есть у животного все отлажено как часы, у него нет сознания. Но у него все подчинено инстинктивной логике, и в данном случае все прекрасно работает. А здесь работать уже все столь же прекрасно не может. И представьте себе, что женщина оказывается меньше, чем мужчин. Вот, и женщина должна одному из партнеров отказать. Это может в легкую перерасти в убийство. И в данном случае сексуально-отказные игрушки на протяжении тысяч лет выполняли очень важную социальную функцию. Она должна была заменить реальную женщину. То есть мы встречаем здесь принципиальную и ключевую позицию для значения искусства – это позицию аналогии. И в данном случае это именно не копия, да, это не двойник, это аналогия. Если вы посмотрите на эти статуэтки, их сейчас найдено уже огромное количество, их много в интернете представлено. Не так давно я читал лекцию на эту тему, она тоже есть в сети на YouTube, отдельно посвященная именно этим статуэткам. И они, как правило, в значительно большей степени женщины, чем женщины. Да? То есть там гипертрофированные первичные и вторичные половые признаки, и иногда настолько, что это сейчас может восприниматься даже несколько в гротесковой манере. Да? Вот, можно сколько угодно спорить на тему, что так выглядели действительно первобытные люди, и в определенных племенах действительно сейчас активнейшим образом вторичные половые признаки подвергаются гипертрофии сознательно, да? То есть выбираются, красивыми считаются те женщины, у которых укрупненные формы, но в данном случае мы никак не можем сказать, что это не гипертрофия, если просто элементарно первичные половые признаки могут занимать пол этой статуэтки, да, фактически. Но не пол, но треть. Вот. То есть в данном случае уже говорить о том, что люди правда так выглядели, не представляется возможным. Зачем это было сделано?
а это было сделано, что в данном случае тот, кто получал эту статуэтку, он не должен был чувствовать себя ущемленным. По большому счету он получал альтернативную реальность. Действительно настоящую, подлинную, альтернативную реальность. То есть в каком-то смысле эта статуэтка не была живой женщиной, но она была из мира женщин, они изготавливались женщинами. И в данном случае гипертрофированность этих половых признаков должна была сгладить то, что тот дискомфорт, да, который получал тот или иной представитель мужского племени, не получив женщину. То есть, мы сталкиваемся с очень важным понятием искусства как заменителя реальности. И в данном случае нельзя не упомянуть концепцию Зигмунда Фрейда, который задолго до того, как подобные теории появились, еще в 1929 году пишет весьма интересную работу, она называется «Недовольство культурой». На русском языке она именно так обозначена, опубликована она была в 30-м году. Вы представляете разницу, да, то есть при 2013, да, гипотеза искрена, и 1930-й. Большая часть этих статуэток тогда просто не была обнаружена. И тем более датировано, потому что в большинстве случаев сейчас это радиоуглеродный анализ. Но слово «недовольство», оно не совсем корректное. На немецком это «unbehagen», да, то есть неловкость, можно «недомогание» перевести. То есть здесь речь идет не о том, что Фрейд недоволен культурой, как его на самом деле часто действительно понимают. А речь идет о неком неловком положении, которое представляет собой культура. Культура для меня есть некий расширительный контекст искусства. Вот, поэтому здесь я не делаю никакого интеллектуального скачка. И в чем суть концепции Фрейда? Суть концепции Фрейда в том, что с одной стороны культура абсолютно невротична, она не дает реализоваться в чистой форме сексуальному желанию, то есть либидо как таковому, с другой стороны, именно благодаря ней вообще возможно какое бы то ни было продвижение и развитие человеческого вида как такового, как в интеллектуальной, так и, простите, собственно, опять в культурной среде. Вот. Фрейд вводит понятие возгонки, понятие сублимации, вот. Понятие, активнейшим образом применявшееся до этого в алхимии и химии, да? То есть возвышение. Ну, дословно. И можно сколько угодно критиковать Фрейда, но в данном случае новейшие исследования скорее подтверждают, чем опровергают его идею о сублимации. Потому что что есть эта сексуально отказная игрушка, как не сублимация в чистом виде? А это самый первый из обнаруженных произведений искусства вообще. Есть и такие, которые относят к искусству неандертальцев, да? То есть уже современников кроманьонцев. Но опять же речь идет о том времени, когда еще не существует даже человеческого сообщества. Да? Homo sapiens sapiens, да, современного человека кроманьонского типа. И здесь я бы хотел поставить один весьма значимый, как мне кажется, вопрос, который, на мой взгляд, во многом мифичен. Это некое синкретическое единство науки и искусства на первичной стадии формирования человеческого сообщества. Дело в том, что этот миф муссируется сплошь и рядом. Я не хочу в данном случае задирать нос и могу сказать, что я был его жертвой во многом, потому что есть работы, в которых я этой во взгляда придерживался. Однако есть определенные вещи, которые не позволяют с этим полностью солидаризироваться. Дело в том, что наука в первичной своей форме, наука, представленная опытом конкретного, всегда связана с реальными местами и фактами.
То есть она никогда не отсылает к альтернативному, она всегда отсылает к реальному, конкретному. Да? В то время как искусство, как мы поняли, в первичной форме, да и в той форме, в которой оно было описано Фрейдом в 30-е годы 20 века, в той форме, в которой мы его знаем, оно представляет некую альтернативу. Да, можно сказать, это основной аргумент синкретического единства искусства, науки и религии, в том, что на первичном стадии формирования в науке было очень много мифов. Да? Но простите, нету ли мифов в современной науке? Их тоже огромное-огромное количество. Не создала ли та же школа Фрейда огромное количество мифологем, которыми пользуются по сей день? Более того, это не значит, что ими пользуются, потому что в них верят. Это значит, что они эффективны как инструмент. Да? Но достаточно вспомнить тот же концепт Эдипа, да, который у самого Фрейда представлен в двух прям противоположных версиях. И Фрейда нисколько не беспокоило, что одна из них опровергает другую по той простой причине, что в данном случае это работает в психоаналитической практике. Если психоаналитик опирается на Эдипа, значит он психоаналитик. Если психоаналитик отбрасывает Эдипа, то, наверное, он занимается чем-то другим, не психоанализом. Вот, и Эдипа отстаивают даже такие видные психоаналитики, повлиявшие на именно современное нам сообщество, как Лакан. То есть, если бы это был в чистой воде миф, а Лакан категорически не принимал мифологию в науке, то, наверное, бы он его откинул в первую очередь. Однако мы знаем такой миф, как Талассо Ференце, да, одного из главных учеников Фрейда, миф, связанный с тем, что якобы человек, находясь в околоплодных водах у матери, переживает ту стадию блаженного существования, когда существа на Земле первые еще не вышли на сушу. Вот этот миф о хтоническом, о неком первичном начале материнском, о том, что он представляет некое вселенское растворение и так далее, и прочие благоглупости, которые можно услышать, их повторяют до сих пор очень большое количество ученых. Хотя Талассо – это мифология в чистом виде. Если вы обратитесь к этому тексту, именно он является родоначальником подобных взглядов в науке. Он есть, благо дел, на русском языке. Так вот, есть в науке были такие мифы, как теория флогистона, да, для 19 века, типичная. Или такие мифы, как животный магнетизм, который активнейшим образом использовался, так скажем, в околопсихиатрической практике 19-го столетия. Вот. Или совсем уж новые мифы, типа вселенная голограмма Саскинда. То есть, ну, это, понимаете, это очень видный ученый. Это не значит, что подобное мифотворчество, оно плохо. Это значит, что это просто хороший костыль для того, чтобы взглянуть на ситуацию под другим углом и, возможно, сделать из этого какие-то вполне правомочные выводы. Вот. И я не считаю, что там теория струн в ее наиболее развитой форме, в которой понять уже большинство физиков даже ничего не может. Да? И идея о богах-олимпийцах сильно отличаются друг от друга. Да? Это просто разные эпохи. Вот. И важно здесь другое, то что каждая эпоха, безусловно, имеет свои мифы, в том числе и мифы в науке. Но какое это все имеет отношение к искусству? Никакого. То есть научное знание всегда отвечает на вполне определенный вопрос. Каков мир есть? Очень конкретный и очень точный вопрос. Именно поэтому научное знание постоянно может устаревать. Если вы будете пользоваться в качестве научной литературой даже середины 20 века, да, то, простите, вы занимаетесь скорее историей науки, да? Если у вас, конечно, методология новая. А так вы, иначе вы занимаетесь обскурантизмом просто. Да? То есть научное знание очень быстро устаревает.
Ну, может быть, ну, 10, ну, 15 лет, смотря какие отрасли брать. Да, в каких-то случаях 3 года – это уже слишком много, если происходит ряд значительных изменений в той или иной науке. Вот. Поэтому то, что мы знаем в качестве известных ученых, и то, что мы проходим в школе или в институтской программе, это, безусловно, история науки, а не наука в том виде, в котором она представляет собой некую действенную единицу, действующую. И в то самое же самое время искусство, как мы отлично знаем из истории, не устаревает вовсе. То есть, если это является абсолютным шедевром, да, это может быть пещера Ласко или пещера Шове, да, то есть эти произведения может насчитываться несколько тысяч и десятков тысяч лет, да, эти произведения могут относиться к эпохе античности или к эпохе средневековья, и все они будут являться абсолютными шедеврами в области искусства. А музыка того же Баха или Бетховена звучит не реже, а значительно чаще, что не есть хорошо, но тем не менее это факт, да, чем музыка нам современная. Это тоже просто много о культуре говорит, об этом мы поговорим в следующий раз. Но факт остается фактом. То есть никто не будет использовать как научную ту литературу времен Баха или Бетховена. Но в искусстве эти сочинения по-прежнему выполняют не историческую функцию, не музейную, когда мы можем прийти в музей инструментов, и нам сыграют бах, да, а концертную функцию. Функцию такую же, какую выполняет искусство современное искусство. Вот. Таким образом, на какой же вопрос отвечают вся эта интенция, идущая от искусства, если наука отвечает на вопрос, каким мир есть. Я бы сформулировал это примерно таким образом. Каким мир может быть еще? Если ответа на вопрос, каков мир есть, может быть только один, корректный в одну единицу времени, да? То есть, если у нас мир один, если мы на этой позиции стоим, да, то он либо такой, либо такой. Да? И в данном случае даже теория дополнительности эту ситуацию не меняет никак. Да, мы отвечаем, он такой или такой? Но в данном случае это один ответ. Чуть в более расширенной форме. Искусство же может дать неограниченное число альтернатив, потому что оно отвечает на вопрос, какой мир может быть еще? И ведь оно действительно создает мир в прямом смысле этого слова. То есть есть такие докторские диссертации или книги, там, как «Музыкальный мир Игоря Федоровича Стравинского», да? Или такой фестиваль, как «Вселенная звука». Это действительно абсолютно корректное название, потому что вполне правомочно сказать о том, что Стравинский создал свой музыкальный мир. Он не этот мир описал, да, как это делают ученые, он создал свой абсолютно структурированный, абсолютно логически выстроенный мир, альтернативный миру реальности. Удивительно, но в данном случае я не скажу вам некого откровения, потому что к подобным же выводам приходят у философы еще в эпоху глубокой античности. Да? А конкретно Аристотель в своей поэтике говорит весьма примечательную вещь. Он говорит, что в поэзии значительно больше философского элемента, потому что если историк говорит о том, как все было, то поэт говорит о том, как все могло бы быть с необходимостью. Слово «с необходимостью» очень важно, потому что мир, который создает художник, он должен быть логически выстроен. Да? Если это будет мир уродливый, если это будет мир, который не может существовать. Да? Здесь речь идет о том, каким мир может быть еще, да? А не каким он не может быть никаким образом. Но здесь очень важно попытаться все-таки ответить на вопрос, зачем все это нужно. Да, мы пока что выяснили только, что делает искусство. Оно творит альтернативную реальность. Но это вовсе не отвечает, зачем оно вообще обществу нужно.
Да? Концепция сублимации, ну, можно сказать, что да, на каких-то первоначальных этапах существования человеческого социума, наверное, это была ключевая роль искусства. Но так ли это сейчас? В этом ли главная функция искусства сейчас, сегодня? И относительно сублимации я бы хотел еще немножко прояснить такое начало. Просто Фрейда очень часто совершенно неправильно понимают. Понимают, что сублимация – это, простите за выражение, некая кастрированная форма получения наслаждения, что она не… это не некий мизер, да? Некая замена, не дающая того, чего человек реально хочет. И так Фрейд прочитывался даже видными мыслителями, причем немцами, то есть теми, кто читал эту работу в подлиннике. Вот. Ну, наиболее знаменитый прецедент – это… трактат Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация», очень известная работа, это философ франкфуртской школы, работавший вместе с Адорно и Хорхаймером. И в этой работе Маркузе очень примитивно понимает концепцию сублимации, что эрос в чистом виде – это нечто позитивное, это то, что может себя устроить самое, вот, а культуральный пласт – это какие-то дикие ограничения, которые не дают человеку получить то, что он действительно желает. То есть он сводит культуру с ее ограничивающими понятиями, то есть культуру, представленную в каждом из нас в виде суперэго, к репрессивной функции исключительно. Да? И в данном случае трактует это в манере сексуальной революции, да, которой по большому счету и призывает эта работа. Она, правда, написана очень сложным языком, поэтому, так скажем, она не получила столь широкого распространения в среде, которая действительно делала сексуальную революцию, но, в принципе, ее идеи те же самые. Да? Ее идеи в том, что нужно отбросить запреты, потому что эрос сам по себе сможет организовать новое сообщество, которое не будет агрессивным, которое не будет стремиться к разрушению, а разрушение в обществе все проистекает лишь из этого самого пресловутого недовольства культурой. Вот, однако Фрейд ни разу не упоминает о том, что сублимация не дает, дает наслаждение в уменьшенной форме. А вот этого-то как раз вычитать оттуда нельзя. Никак. Да? А в другой – да. Но в меньшей ли? Или, может быть, в большей? Он это не уточняет и не конкретизирует. Да? Вообще Фрейда нужно читать достаточно подробно, достаточно внимательно. Потому что, читая его внимательно, по-прежнему можно найти очень-очень много действенных инструментов для анализа многих весьма примечательных ситуаций. Даже его мифы. У него есть просто откровенно научно-фантастическая литература типа «Тотема и табу», да, которая хоть и позиционируется работой научной, ни разу ей не является. Да, это мифологема в чистом виде, но этот миф работает. Он работает как миф. То есть это хороший инструмент для использования его в психиатрической практике. Ну, там, напомню, представлена вторая версия Эдипа, да, убийство братца. И здесь я бы хотел немножко рассказать о совсем-совсем других вещах, конкретно о роли и значения науки в человеческом сообществе, раз уж мы развели в начале лекции эти два явления, два феномена интеллектуальной жизни человека, да, то есть есть наука, которая связана с конкретикой, и есть искусство, которое связано с альтернативой. Я бы хотел немножко заострить внимание на том, какую функцию выполняет наука, как она развивается, а потом попытаться с помощью нехитрого дополнения показать, какую роль в этом может играть искусство. Дело в том, что научное знание, начиная с середины 20-го столетия, активнейшим образом начинается мыслиться не как знание приращивания, а как знание переосмысления.
Выходит целый ряд очень видных работ, которые мыслят историю, в том числе историю науки, как отдельные автономные блоки, в которых, может быть, термы используются, термины одни и те же, но они переструктурированы настолько, что реально их взаимоотношение полностью иное. И говорить о преемственности является уже некорректным. Наиболее видные представители подобного подхода – это Мишель Фуко с его концепцией эпистем. В работе «Слова и вещи» он использует термин «эпистемы», выделяет несколько эпистем, начиная с возрожденческой. Чуть более в поздней работе, в «Археологии знания», он применяет уже термины «дискурсивные практики». В данном случае речь идет о том, что термины действительно могут не заменяться, термины могут сохраняться, но их организация, их реальное смысловое наполнение настолько иное, что корректнее говорить об отсутствии преемственности, чем о ее наличии. Это не значит, что преемственность полностью отсутствует, да? Но она в наименьшей степени соотносится по отношению к обновлению. В каждую отдельную эпоху. Эпистем у Фуко было немного, а вот дискурсивный практик он выделяет уже значительное количество. Другой французский философ времени же Мишеля Фуко, это середина 20-го столетия, вторая половина 20-го столетия, это Луи Альтюсер, величайший методолог науки, переосмысливший радикальнейшим образом диалектику Маркса, предлагает понятие структура с асимметричной доминантой. Представьте себе такую штуку, что вверху того или иного мировоззренческого концепта находится базовое или господствующее означающее. Ну, для каждой науки оно будет свое. Да? Вот. Оно организует всю структуру целого. И каждое означающее отсылает не к конкретной реалии мира, а к той структуре, в которую оно вписано. Ну, я на одной из лекций показывал это на примере того, что означающее «богатый», да, отсылает лишь к означающему «бедный». Больше ни к чему оно не отсылает. Да? Потому что определить, богатый человек или бедный, вне этих двух, да, категорий в принципе невозможно. Если у человека есть проржавленный велосипед и набедренная повязка, то если он живет в Амазонии, то он может быть вождь. Да, и вполне возможно, что он очень богатый. А у человека, который общается в кругу пика олигархов, да, российских, наверное, если у него BMW, а не Rolls-Royce, не Bentley, да, наверное, он бедный. Вот. То есть в данном случае одно означающее отсылает лишь к другому означающему в общей структуре. Это понимали и раньше, это понимали и до Альтюсера, но это выстраивали по типу гегелевской пирамиды. Эта гегелевская пирамида активнейшим образом переосмысленно используется в психологии типа Маслоу, да, пирамида потребностей Маслоу, только она не объясняет одну простую вещь. А каким образом то есть одна эта система сменяет другую? То есть пирамида – это очень устойчивая система, понимаете? И в данном случае Альтюсер предлагает очень сложную схему, которую он называет сверхдетерминированность или сверхдетерминация, где это именно асимметрично расположенная доминанта. То есть вся эта структура очень шаткая. Да, как большое количество пирамидка, сложенная из кучи-кучи камешков, да, разные формы, причем взятых на берегу, а не подобранных друг под друга. И любой элемент пирамиды, да, он подчиняется господскому означающему, но в любой момент именно из-за действия этих минимальных элементов вся эта структура может прийти в движение, и в качестве господского означающего окажется уже совсем другое значение. Это в значительно лучшей степени проясняет ситуацию с движением в науке, чем концепция статическая, концепция типа гегельянской,
модели. Но я бы хотел познакомить вас еще с одной моделью, которая наиболее растиражирована, которая наиболее известная. У меня к ней претензий больше, чем к Летюсеру. Однако она настолько простая, что с ее помощью будет намного проще объяснить то, что я хочу. А конкретно это модель Томаса Куна с его работой «Структура научных революций». Именно эта работа выстрелила как гром среди ясного неба. Она была издана в 1962 году, вот, вторая половина 20-го столетия, и в ней Кун предлагает тоже идею непреемственности научного знания. Каждую научную модель определенной исторической эпохи он называет словом «парадигма». Парадигма или модель, да, дословно. Вот. И его концепция науки следующая. Пока наука движется внутри одной парадигмы, он это называет «нормальная наука». И что там происходит? Что такое нормальная наука? Это научное исследование, опирающееся на предшествующее научное исследование в этой же области. В данном случае есть прямая преемственность. Что в таком случае делают ученые? Они разрабатывают те пласты внутри одной парадигмы научной, которые до этого были намечены, но не разработаны подробно. То есть идет действительно концепция приращения знания, концепция позитивистская, но только внутри нормальной науки. Чем более подробно начинает развиваться нормальная наука, тем чаще она наталкивается на то, что с ее точки зрения объяснить нельзя. Это называется аномалией. Как правило, аномалии находятся на периферии науки, потому что ядро обычно формируется у парадигмы сразу же, когда оно, пока оно устанавливается, и в принципе они на ядро никак не влияют. То есть парадигма вполне справляется с закрыванием глаза на эти аномалии. Она и так может очень многое сделать, не обращая на них внимания. Но чем более заполняются эти клеточки, тем в большей степени любая научная парадигма сталкивается с все большим и большим количеством аномалий, объяснить которые она не может. Когда их накапливается определенная критическая масса, науку начинает лихорадить. И она входит в фазу, которую Кун обозначает как экстраординарная наука. В данном случае парадигма вся ходит ходуном, и, как правило, в этот момент на ее смену приходит целый ряд других концепций, которые претендуют на роль новой парадигмы. В данном случае, исходя из чего они исходят? Они исходят из того, что в первую очередь объяснить те аномалии, которые не могла объяснить предшествующая парадигма. И так как изначально, как вы сами понимаете, парадигма – это просто чистая матрица, она пустая, она ничем еще не заполнена, пока не идет фаза нормальной науки, то выбирается та или иная парадигма, по большому счету, исключительно из человеческого фактора. То есть из степени авторитета того или иного ученого или научного сообщества. Заменяется предшествующая, уже не работающая парадигма на новую пустышку. Да, со временем она будет тоже заполнена. Но пока из парадигм выбирают какую-то одну, по большому счету предсказать, какая из них будет на самом деле более результативной, невозможно. Она пустая. Самое главное, чтобы она хорошо отвечала на проблему аномалий предшествующей парадигмы. И в данном случае мне всегда было интересно, как пытается Кун решить вопрос, а с какого перепуга вообще внутри нормальной науки могут возникнуть новые концепции, то есть предлагающие новую парадигму, да, то есть совершенно новый подход к проблеме, если он говорит о том, что парадигма определяет все научное сообщество. А на этот вопрос он ответить не может. Он делает достаточно хитрый ход, не очень корректный с точки зрения философии. В своей 13 главе этой книги он начинает играть с объемом понятия парадигма. Он его то сужает, суживает до объема, так скажем, той или иной научной школы, то растягивает до, так скажем, совокупности всех научных методов современности.
И в данном случае, конечно, если он сжимает парадигму в каких-то местах до отдельной школы, то мы можем сказать, а вот теперь на место ее приходит новая научная школа. Она всегда существовала, только не совсем понятно, каким образом. Если наука определяется парадигмальным мышлением. Но можно, думаю, достаточно легко опровергнуть подобный взгляд, что сменившая ньютоновскую физику, физика эйнштейновская, да, мы не можем сказать, что эйнштейновская физика всегда существовала, да, она существовала и при Ньютоне, однако базовой была концепция Ньютона. Да? А потом, вот неожиданно, когда стала лихорадить ньютоновскую модель, детерминированную модель Вселенной, вышла теория относительности в свет. Это, конечно же, не так. Это очень легко подтвердить просто фактами, да, историческими. Поэтому я бы ответил на этот вопрос несколько иначе. То есть научное знание, безусловно, развивается, оно постоянно обновляется, но оно обновляется именно действительно в контексте конкретных, очень жестких и определенных структур. Да? Их можно называть парадигмами, их можно называть структурами с асимметричной доминантой или эпистемами, дискурсивными практиками, как угодно, как вам нравится. Но ни в одной из этих структур не может быть заложено изначально, так скажем, способы ее же изменения в дальнейшем. И когда Альтюсер пишет свою концепцию структуры с асимметричной доминантой, мы должны понимать, что он рассматривает таким образом не научное знание, а продвижение культуры в целом. И вот тут-то он прав. А если мы применим структуру с асимметричной доминантой к научному знанию, то, простите, у нас просто ничего не получится. В чистом виде, да? Наука действительно развивается по принципу нормальной науки. Нормальная наука – это когда создается то или иное исследование, опирающееся на предшествующее исследование. Мой вопрос будет следующий. А откуда берется тогда потенция, откуда берется возможность к обновлению вообще в принципе? А вот тут-то нам на помощь приходит альтернативная реальность искусства. Искусство изначально отвечает на тот краеугольный вопрос, который у науки встает не так часто. Он у нее встает только в периоды, когда парадигму лихорадит. Да? То есть, когда наука входит в фазу тупика, когда эта парадигма более не справляется с количеством аномалий, нужно дать четкий определенный ответ на вопрос, а каким мир может быть еще, если он не такой, каком мы думали, он является, да, по сей день. И в данном случае искусство действительно играет эту роль, и в культуре в целом научное знание и искусство действительно выполняют вот эту структуру, роль структуры с асимметричной доминантой, где искусство является возможностью действенного начала, а наука прорабатывает ответ на вопрос, какой мир есть. Однако, как бы мне не хотелось сказать, что все ученые, которые создавали великие концепции, были в какой-то мере людьми искусства, да, это будет неправомочное расширение термина. И ученые – это ученые, а люди искусства – это люди искусства. Поэтому вопрос у нас остается открытый относительно того, каким образом искусству удается внедриться в модель работы научного сообщества и предложить версию, даже не версию, версию-то предлагает наука, предложить саму возможность обновления, новый взгляд на сложившуюся ситуацию. Не исходя из парадигмы, да, а исходя из некого субъективного видения того или иного художника. Здесь нужно поднять следующую тему. Эта тема связана с распределением искусства в культуре, в социуме, я бы сказал, из его тотального влияния. Дело в том, что если мы
внимательно рассмотрим человеческое сообщество, то окажется, что на самом деле людей, которые не были бы погружены в культурный контекст, а культурный контекст обусловлен деятельностью искусства, таких людей нет. Их просто, они отсутствуют. Точнее, такие люди иногда присутствуют, они называются феральными детьми, да, типа Маугли, которых выращивают действительно животные, такие случаи есть, да. Это могут быть приматы или действительно хищники какие-то, не всеядные. Вот, но сколько этих детей не находили, их реабилитация в большинстве случаев оказывалась невозможной. Ну, это можно сколько угодно смотреть голливудовские фильмы на эту тему, да, что вот нашли деток, да, а они очень быстро стали социализированными, да, как в случае с известным фильмом фэнтези ужасов «Мама» или с Берроузовским «Тарзаном», да, и всеми его возможными экранизациями. На деле все случаи с феральными детьми оборачивались достаточно печально, и довести этих детей до более-менее вменяемого уровня, хотя бы до уровня Дауна, да, представлялось очень проблематично. При том, что они уже существовали в культурном сообществе, да, они уже находились в окружении людей. Вот. Таким образом, если представить себе эту самую постапокалиптическую картину, которую я зарисовал в начале из жизни советской школы, да, чтобы было, если бы не было представителей искусства, да, то с большой долей вероятности мы можем ответить на этот вопрос, что мы бы откатились даже не на уровень средних веков, да, и не на уровень даже родового племенного общества, да, а на уровень тогда, когда, собственно, искусство не существовало, то есть на уровень примитивных форм человекообразных обезьян. Потому что некие зачаточные формы использования кукол в своей практике свойственны даже шимпанзе. Ну, есть и замечательное исследование у Маркова, по-моему, в прошлом году опубликовано, называется. Не приведу точно название, сейчас вылетело из головы. Оно о... Играют ли девочки-шимпанзе в куклы или что-то в этом духе? Да? Там приводятся исследования весьма интересные о том, что представители этого вида человекообразных обезьян используют или палку, да, или какие-то другие естественные предметы для имитации материнства. Это в большинстве случаев свойственно самкам, но так как у обезьян за детьми могут заботиться представители и одного, и другого пола, то есть если самок по той или причине не будет выращивать обезьян, может и самец, вот, они к ним не столь агрессивны, как некоторые другие животные. Кажется, в Уганде был обнаружен пример, когда самец обезьяны построил для своей куклы, изображавшей ребенка обезьяну, гнездо и заботился о ней. То есть, в данном случае тоже функция альтернативы. Так что если действительно искусство исчезнет полностью, то есть большая доля вероятности, что не постепенно, а мгновенно. Все человеческое сообщество откатится на очень-очень далекую фазу своего существования. Потому что, думаю, не нужно долго объяснять, что искусство и культура находятся не в произведениях искусства и культуры. Если вы не умеете читать, то книга вам не поможет. Если вы не понимаете искусство, искусство музыки в частности, то, простите, это просто шум. Он же культуральную функцию выполняет, да, это опосредованно веками. А реально это просто шум. Организованные неким образом в пространстве звуки. А от того, что они почему-то окажутся нам грустными или веселыми, это связано исключительно с
нашей культуральной включенностью. То есть мы поставим сонату мажорную и минорную представителю той же Амазонии, очень сомневаюсь, что он по ладовому наклонению скажет, грустно она или веселая. Возможно, она вызовет у него какие-то чувства, но совсем по иным критериям. Ровно как и живопись, которая изо всех сил пытается на плоском холсте, да, посредством задействования вполне конкретного материала, то есть красок, изобразить иллюзию видимого нами пространства. Если мы сам мир будем видеть иначе, то навряд ли мы в этом увидим что бы то ни было, кроме реально намазанных на холст красок. Да, то есть это тоже культивирующиеся людьми определенный дефект зрения, когда мы смотрим на картину. Мы же на самом деле можем абстрагироваться и посмотреть на картину не с точки зрения того, что мы на ней видим, а реально увидеть те мазки красок, которые там нанесены. Это на ней есть на самом деле. А то, что мы включаем определенную функцию дефекта зрения, да, и верим, так скажем, художнику, пытаемся рассмотреть в этом изображение, это тоже культуральная функция, да, это функция, выработанная веками. И в данном случае я бы сказал, что искусство распространяется в культуре по принципу некой пирамиды. Это очень условная пирамида, я не хочу сводить здесь ее к неким, некой, опять же, истине последней инстанции. Вверху ее действительно находятся пиковые произведения искусства, те произведения искусства, которые в какой-то степени, не знаю, насколько любое произведение искусства может быть действительно новым, да, но оно не новое настолько, насколько только это может быть для искусства. Опять же, понятно, что абсолютно нового оно не может в каждую конкретную эпоху дать. Даже в моменты кризиса науки, да, когда парадигму лихорадит, на смену этой парадигме могут прийти ряд парадигм, но не может прийти та парадигма, которая сможет прийти только через 200 или 300 лет. Это очевидно, да, что после эпохи Возрождения не могла наступить эпоха модерна. По определению не могла. То есть там был определенный ряд выбор, да, были определенные направления в искусстве. Большая часть Европы выбирает барокко, Франция выбирает классицизм, но в данном случае количество этих направлений было весьма ограничено. То есть там не могло появиться того, что могло бы появиться в 20-м столетии. Вот. И в данном случае на вершине этой пирамиды находятся вот эти произведения, которые обновляют искусство настолько, насколько это только возможно. И по этой самой причине они, конечно, воспринимаются широкими слоями населения в наименьшей степени. В большом счету совсем никак. Но представьте себе такую достаточно бытовую ситуацию. Если вам скажут... какие вы хорошие, но это будет вам не соответствовать, да, реальности, вы будете знать, что это неправда, но вы примете это за лесть. Если вам скажут, какие вы хорошие, и укажут на то, что соответствует реальности, вам это очень понравится. Но навряд ли что-то перед вами новое откроет. Вот. Если вам скажут, какие вы плохие, но это не будет никаким образом соответствовать правде, да, то, скорее всего, вы это воспримете либо как акт агрессии против вас, либо с большей степенью подумаете, что это просто напраслина, и обычно она, если она не сказана начальством, не воспринимается близко к сердцу, да, или близким человеком, да, то есть вы ее можете просто отфильтровать. А вот если вам любой человек, вне зависимости от того, какое к вам отношение имеет, скажет о вас что-то плохое, что на самом деле у вас есть, но чего вы признавать категорически не хотите, то реакция может быть самая неадекватная. Как у того самого Homo erectus. И в данном случае, понимаете, именно эту функцию выполняют эти пиковые произведения. Они говорят о обществу, о нем то, что сейчас является действительно очень важной проблемой для него, то есть то, что общество себе признавать не хочет. И поэтому реакция на такие произведения искусства может быть
непосредственно и очень агрессивно. А эти произведения искусства, постепенно не сходя по этой пирамиде, они влияют на ближайший круг к ним. Да? То есть они постепенно начинают абсорбироваться культурой. Да? То есть они влияют на тех, кто может сделать то же самое, но в более доступной форме, да, для людей. Это уже будет не круг избранных, да, а это будет... так скажем, большая часть населения, и при этом все-таки сохраняется некий высокий статус. Да? Ну, если в искусстве брать музыкальным, то, допустим, если на вершине пирамиды там минимализма, допустим, как направление, можно поставить некого Стива Райха, да? И сложно, а при всем желании его музыку хоть в чем-то назвать обращенной к коммерческому изводу. Да? Но поэтому степень популярности музыки Стива Райха несоизмерима меньше, чем степень популярности музыки того же Филиппа Гласса. Да? То есть люди абсорбируют примененные одним методы и применяют их, распространяют их на массы. На широкое население. Вот. И, наконец, в низовье этой пирамиды находится уже пара искусства. Да? Там, думаю, не нужно никому указывать на то, что современное искусство эстрадное, современная эстрадная песня очень сильно была подвержена влиянию того же самого минимализма. Очень сильно. Да? Но испытала колоссальное влияние этого направления. Однако черт базовых, ключевых для минимализма в прямом смысле там найти уже сложно. Да? Нужно прослеживать линию, как это явление не сходило по этой пирамиде. Да? Но именно низовье этой самой пирамиды имеет самое широкое распространение. Не просто широкое, оно захватывает всю культуру в целом. А? То есть не может остаться ни одного человека, который ей не будет затронут. Иначе, ну может только аутист. Да? Вот. Но это отдельная каста. И в данном случае, получается, можно да, сказать, что там, что есть эта самая пара искусства, зачем оно нужно, что оно, дескать, уничтожает подлинное искусство и так далее. Искусство должно быть элитарным и прочие вещи всем вам знакомы, вам знакома аргументация. Однако я вам задам один простой вопрос. Вот в какой-нибудь дешевой популярной песенке, которая сплошь просто может повторять золотую секвенцию, да, или ее кусок, сейчас еще она и сама не всегда целиком проводится. Вот, в данном случае, что ближе? Она к там, выдающимся произведениям Малера или Шуберта, да, или, например, кирпич. Наверное, все-таки она. Понимаете? То есть не нужно сбрасывать со счетов то, что на самом деле это связанное явление. Это связанное явление. И если мы проследим в каждую эпоху, то пиковые произведения искусства не имеют эпистемологического разрыва с произведениями широкой популярности имеющей. Да? То есть произведениями низовья этой самой пирамиды. В данном случае я говорю о пирамиде и употребляю термины «верх» и «низ», не исходя из некой снобистской логики, да, не задирая нос, а просто исходя из некой графической модели, потому что здесь распространение больше и самих этих произведений больше. Да? Чем мы выше, условно говоря, поднимаемся, тем их становится меньше, но сами эти произведения становятся более оригинальными, да? Доходя до каких-то вершинных пиковых произведений, которые могут иметь распространение на десятки или сотни человек всего. Но если они действительно уникальны, они отрабатывают свою функцию. Я люблю всегда этот пример приводить из делезовской работы, посвященной Бэкону, Фрэнсису Бэкону, когда он говорит, что холст, когда к нему приступает художник, чтобы изобразить что-то, он изначально не пуст, он полон, да, он заполнен штампами и стереотипами.
И художник, проводя линию, должен сбрасывать эти штампы и стереотипы. Да? И в данном случае это более правильный взгляд на искусство как борьбу. Именно так определяет Делёз искусство. Да? Искусство есть борьба. Здесь не нужно присовокуплять его коммунистическую позицию. Это в данном случае борьба в другом смысле, да, не классовая. Вот, это действительно борьба, это борьба с вот этими штампами и стереотипами. Вот, и, но пиковые вот эти образцы, они никогда не смогут получить столь же широкого распространения, которые смогут получить произведения, находящиеся внизу этой самой пирамиды. Но именно благодаря самой этой структуре мы имеем следующее. То есть любой ученый, любой представитель интеллектуальной сферы на самом деле сплошь погружен в культурную и среду. И не только культурную среду, но среду, обусловленную искусством. То есть получается, вот эта модель, работающая на альтернативную реальность, она присутствует во всей нашей культуре. Она представлена другим направлением, она представлена не направлением научного знания, и научным знанием смело из него всегда воспринимается, да, в необходимые критические моменты. И здесь не будет преувеличением сказать, что роль искусства, роль культуры, она действительно первична. Она первична и с археологической точки зрения, но пока что я не имел таких данных, чтобы от Homo erectus нашли какой-нибудь научный инструментарий. Но в данном случае искусство оказывается первично чисто исторически. А знаменитая находка там Николаса Коннора, да, в пещере Холифельс, вот, с флейтой с пятью высверленными отверстиями. Это же совершенно колоссальное явление. Да? Конец 4-го тысячелетия. Господи, это почти 40 тысяч лет до новой эры, да, говорился. Почти 40 тысяч лет до новой эры, и в данном случае совершенно уникально то, что это сложный инструмент. Да, этот инструмент настолько развитый, что предположить, что он был действительно первым, вообще невозможно. Это значит, что музыка появляется примерно вот в то же самое время, как мы можем датировать эту Венеру из... Будьте здоровы. Венеру из Берехатрама. Да? А есть и более древние артефакты. Есть, например, так называемая Тантанская Венера, да, которая датируется возрастом в 300-500 тысяч лет. Да? С ней более спорная ситуация, чем ситуация с Венерой из Берехатрама. Да, здесь, по крайней мере, большинство специалистов, по крайней мере, и специалистов из Израиля склонны все-таки ее считать рукотворной. На Венеру из Тантана большинство специалистов все-таки хотят считать нерукотворной, да, что это естественное выветривание, потому что понятно, что сохранность оставляет желать много лучше. Да? И в данном случае, но факт остается фактом, такой предмет есть, да, он имеет конкретную датировку и все-таки рассматривается как одна из палеолитических Венер. Ну, то есть сбрасывается со счетов. Совсем уж отсутствие в таких далекие времена произведения искусства не представляется возможным. Тем более, что я вам привел примеры и даже шимпанзе. Так что модель с базисом и настройкой на самом деле не работает. Я бы скорее ее перевернул, да, шиворот на выворот. Для анализа нашей современной культуры, безусловно, анализировать ее проще, исходя из монетарной концепции, как это делает Пьер Бурдье. Но говорить о том, что искусство именно вторично, то есть выполняет функцию развлекательную, я бы никаким образом не стал. Да, в нее входит в искусство и функция развлечения. Да, это некая приманка для того, чтобы погрузить в культуральный контекст. И, естественно, произведения легкого жанра, они выполняют функцию, прежде всего, на первый взгляд, развлекательную.
Да, ну зачем нужны эти песенки или dance music? Да? Но на самом деле их значение в другом. Их значение – погружение в культурный контекст. Это их главное значение. Да? Чтобы не было ни одного представителя человеческого вида, который не включен в культурный контекст. И именно поэтому искусство существует в столь разных формах. Да? Это и пластические формы искусства, и музыка, и литература, и так далее. Потому что есть же люди с определенными дефектами, с определенными нарушениями. Да? Это может быть слепой человек, глухой человек. Однако факт потери одного из важнейших органов восприятия мира не исключает этого человека из человеческого сообщества. Он все равно может воспринимать искусство и все равно будет представителем человеческого вида. Так что, как мне кажется, значение нашей профессии, оно огромно, но огромное значение, оно накладывает огромную ответственность. В данном случае, так как эта пирамида предельно мобильна, она, с одной стороны, позволяет человеку с самой нижней ступеньки перейти на более высокую. Человек, который слушал очень долго какую-то совсем малокачественную эстрадную музыку, вот. В принципе, может в один прекрасный момент начать слушать более-менее авторский рок, да, вот, и подняться на какую-то ступеньку повыше, да? Потом еще выше и выше. Но с другой стороны, вся эта пирамида может просто сама в себя провалиться. То есть, если не будет реально создаваться постоянно новых пиковых произведений, то она просто сама в себя рухнет. Да? И вот этот баланс, это очень зыбкое. Постройка, она хоть и выглядит как пирамида, она не очень устойчивая, да? Она очень много-многому обязывает. В данном случае каждый человек выступает сразу же в двух ипостасях. С одной стороны, в ипостаси, которую психологи называют контейнированием, он является носителем того или иного блока культуры, да? По количеству, так скажем, искусства часов. Да? Сколько он посвятил времени своей жизни восприятию тех или иных произведений искусства. Или с другой стороны, получается, эта функция возможности постоянного обновления. Да, то, о чем писал Делёз, искусство как борьба. Прямо противоположная функция искусства. Да? То есть одна сохранение, а другая в этом сохранении обновления. И, естественно, вот только в таком понимании я и согласен принять модель фрейдовскую. Фрейда, правда, Фрейд говорит не об искусстве, а о культуре, да, а о недомогании культуры. То, что оно представляет собой некий парадокс. То, что с одной стороны она сохраняет, она репрессивную функцию выполняет, она сдерживает, с другой стороны она же обновляется. Да, Фрейд не был идиотом, и он отлично понимал, что сам факт написания его работы – плод культуры. Да? То есть это был отдающий себе отчет ученый, который весьма долго продумывал высказываемые им положение и не позволял себе тех оплошностей, которые очень часто позволяли себе его ученики, особенно в том виде, в каком фрейдизм представлен в современном мире. Да? Поэтому не случайно Жак Лакан называл себя тем, кто умеет читать Фрейда. Да? Соответственно, такая концепция, на этом я сегодня бы хотел закончить, потому что на функции обновления искусства, на концепте моды и на важных категориях, которые несет в себе именно современность в культуре и в искусстве, я бы хотел в большей степени остановиться в следующий раз, потому что и так информации достаточно много. Мне кажется, весьма правомочно поделить эту лекцию таким образом. Если у вас есть какие-то вопросы по этому блоку, по культуре, по искусству, по его значению в человеческом сообществе. Как мне показалось, что мне удалось это прояснить в большей степени, чем ссылкой на духовные ценности. Безусловно, то, что я показал в виде этой самой пирамиды, можно ими назвать с определенной оговоркой, только я не уверен, что это что-то даст. Да? Назвать все можно как угодно.
И поэтому я в большей степени люблю попытаться разобраться с ситуацией, чем использовать некие обскурирующие термины, которые ничего не проясняют, а просто именуют, делая вид, что мы что-то поняли. Да? Мы запомнили несколько терминов, мы сделали для себя выводы, что вот это, что за этими терминами реально кроется, мы не знаем. Значит, мы просто для себя повесили пелену себе на глаза и делали вид, что мы что-то понимаем. Есть ли какие-то вопросы? Вопрос. Вы говорили, что пиковые произведения, они как бы метят в какую-то зону непризнания общественного, как бы того, что общество не хочет признавать. А вот если спускаться вниз по пирамиде, то как вот эта направленность произведений меняется? Вот, смотрите, да, я бы сказал даже не совсем так, я, может быть, некорректно выразился, то есть пиковые произведения могут иметь активное непризнание. Да, я не хочу в данном случае сказать, что какой-нибудь Чайковский, который был популярен при его жизни, да, не создавал пиковых произведений. Вот, и тем не менее, то есть популярность не является показателем, скажем, пикового произведения. Чем оно ниже спускается по этой пирамиде, тем велика доля вероятности, что оно будет получать все больше и больше распространения. Например, музыка того же самого Чайковского оказала значительное влияние на формирование эстрадной музыки 20-го уже столетия, да, с огромным запозданием, понятно, да, и на формирование киномузыки начала 20-го столетия, и ее степень популярности чисто по количеству человек, да, ее воспринимающих, наверное, была в большей степени, да, чем люди, которые действительно отслушали какие-то знаковые произведения этого автора, а, ну, прежде всего, его симфоническую музыку. Да? Целиком, а не в виде неких музыкообоев. Да? То есть, если это звучит фрагмент откуда-то, и он принадлежит Чайковскому, то нужно отдавать себе отчет, что это не совсем Чайковский, да, это фрагмент. Да? Это как 100 мыслей великих. Вот, это не имеет отношения ни к науке, ни к великим, никакого. Да? Это просто надерганные из контекста слова, которые можно такое же количество мыслей этих самых великих или невеликих найти в любом блоге ВКонтакте. Да? И отличаться они по содержательности будут мало от мыслей этих самых великих. А в данном случае это просто бессмысленное сотрясание воздуха. Но концепция действительно такая. То есть, если, допустим, привести в пример фильм «Открой глаза», да, или «Просыпайся, Аминабара», вот, который это ключевое, допустим, авторское кино, весьма интересное кино, яркое. Многие ли его смотрели? Думаю, нет. А вот его клон голливудовский, да, «Ванильное небо», смотрели уже миллионы. Но я бы не стал накидываться на режиссера, кажется, это Кэмерон Кроу, если не изменяет память, «Ванильного неба», за то, что он просто создает плагиат, да? Потому что его лента не полностью вычищает те мысли, которые заложены в великом фильме Алехандро Аминабара. То есть, получается, он донес мысли Аминабара в той форме, в которых им могли воспринять миллионы, да, этих самых миллионов. Или как в случае с минимализмом, Филипп Гласс, написавший музыку к кинофильму, к трилогии Годфри Реджо Каи, Каци, да, Коенис Каци, По вакации и на койкации, фильмы документальные, которые имели столь широкую популярность, что являются сейчас культовыми, безусловно, именно благодаря этим лентам минимализм вошел в мировоззрение эпохи. Не благодаря работам того же самого музыки для 18 инструментов Райка, да, это, я очень сомневаюсь, что это слушали миллионы. А ленту Годфри Реджо вполне возможно, что слушали даже не миллионы, а сотни миллионов. Смотрели, да? И слушали параллельно музыку, представленную в этой ленте. То есть, получается, чем мы ниже не сходим по пирамиде, тем с большей долей вероятности это искусство получает распространение, но тем в большей и большей степени в нем выхолащивается изначальная идея. Да? Получается, это, повторюсь, это не обязательно, что пиковое сочинение будет встречено в штыки,
Хотя, если говорить именно о тех авторах, которые меняют парадигму, обычно это именно так. Но мы, как правило, тех, кого знаем в качестве тех, кто, так скажем, пророков нового времени, как правило, у каждого пророка есть свой Иоанн Креститель, да, у каждого пророка есть предтеча, и их мы обычно не знаем никак. Но и это правомочно и в любую эпоху, и, допустим, особенно показательно это относительно нашей русской культуры, потому что мы все отлично знаем реформу Арнольда Шёнберга, да, но не знаем русского Ефима Голышева, который это же самое делает в 1914 году. Более того, дает премьеры с додекафонными сочинениями в Берлине. Ну, то есть не просто где-то в России, а это было в стол написано и никому не показывалось. Да? Это имело резонанс общественный. Однако мы все считаем за пророка Шёнберга, да, нового направления, а не того, кто это создает раньше. Потому что, наверное, тоже нужна какая-то зона адаптации. Да? Вполне возможно, что, может быть, я и погорячился, и вполне вероятно, что самая вершина этой самой пирамиды, то есть то, когда искусство становится более новым, чем контейнирующим, вполне вероятно, что оно действительно не воспринимается. Оно будет восприниматься в штыки. Но в данном случае я бы сказал, что это пирамида с неким разорванным верхом. Да? То есть сочинение Голышева не потому было не было воспринято, потому что оно в 14-м году никто не мог послушать додекафонной музыки, да? А потому что оно в меньшей степени выполняло культуральную функцию, чем функцию обновления. А если нет вот этого баланса, да, изначально, то искусство тоже перестает быть искусством. Я про это постараюсь конкретизировать в следующий раз, да, когда буду говорить именно о функции обновления, о функции, что современно. Я взял название лекции с одноименной книги Джорджа Агамбена, да, «Что современно», и попытаемся выяснить как раз вот этот баланс. А является ли искусством то, что в большей степени обновляет, чем сохраняет? А это вам вопрос, так скажем, на который я бы рискнул категорично ответить. Вот. Можно задать вопрос, может, вы могли бы проиллюстрировать или уточнить, вот вы сказали, эта пирамида, она может провалиться сама в себя, что как бы имеется. Есть ли такие периоды, когда эта пирамида становится, например, меньше? А в данном случае... Думаю, да. Хороший пример с так называемым лысым в искусстве веком – это век 18-й. Да? Если не брать музыкальное искусство, которое более-менее все-таки держится, и держится оно благодаря весьма примечательному факту, потому что, я вам уже говорил, барокко и классицизм появляются почти одновременно, а зазор между ними не столь велик. Да? Они есть два равноправных ответа на предшествующую эпоху. Однако, благодаря тому, что классицизм очень долго находится в резервации, он находится исключительно во Франции, да, он получает широкое распространение уже в 18-м столетии, и в наибольшей степени это сказывается на музыкальном искусстве, как ни странно, музыка, обратившись к этому направлению повсеместно во всей Европе, каким-то образом дает большое количество значительных фигур. Но это и поздние фигуры, относящиеся к барокко, типа Баха. Да? Германия в это время страна достаточно захолустная, и понятно, что никаких новых тенденций там быть не могло, да, по определению. Но в других видах искусства, если вы посмотрите реально, то окажется, что в живописи, но простите, Тепола будет едва ли не наиболее крупной фигурой, да, в 18 веке. Вот. То же самое можно сказать и о литературе, но я не хочу ничего плохого говорить о Шедерло де Лакло, но, простите, не в каждом веке это сочтут за шедевр, да, за абсолютный шедевр, который будет репрезентировать эпоху. Это хорошее произведение, но... Если речь и будет, мы ведем о веке на век раньше или на век позже, то такого будет очень много. То есть есть времена, когда, так скажем, фаза обновления
А классицизм, как вы сами понимаете, к обновлению не очень свойственно, но ему, да, по определению. Это ему свойственно как раз в большей степени консервации. И вот эта фаза консервирования приводит к тому, что эта пирамида реально начинает сыпаться. И я не уверен, к чему бы это все привело, если бы не случилось одно примечательное историческое событие, да, Великая Французская революция, которая просто поменяла само общество. А если сменилось само общество, то по определению нужно и новое искусство. А если ситуация не сменилась, я не знаю, что бы происходило по сей день, потому что, как вы сами понимаете, классицизм как явление или академизм, более корректно, да, если его обозначать, то это такой феномен, который изживается очень тяжело. Он и сейчас имеет тенденцию, да, достаточно большую власть. И тот же самый советский ампир, не есть ли это имитация того же самого классицизма? Ну, то есть, классицизм – вещь очень живучая. Я имею в виду догматы, да, то, на чем он зиждется, а не конкретная историческая эпоха. Вот, поэтому, да, такие примеры были. Такие примеры были, в меньшей степени корректен пример с переходом после крушения Римской империи на новообразование европейского искусства. Там просто слишком мало источников, которые бы могли нам что-то достоверно подтвердить. Опять же повторюсь, я сегодня сделал не любимую мной вещь, я лазил очень далеко в историю. Да? Но, опять же, я это не интерпретировал. Я вам приводил мнение специалистов. Вот. Я обычно все-таки дальше, чем на 500 лет, стараюсь не лазить. Потому что, что было до этого, мы представить себе не можем никак. Потому что на то, что у меня сложилось представление о том, что такое мировоззрение эпохи Возрождения, я, так скажем, потратил очень большое количество времени. И оно с трудом уживается с нашим современным типом мышления. Это совершенно другие люди, совершенно по-другому мыслившие. Вот. И поэтому, когда, так скажем, тенденция к консервации набирает больше, так скажем, обороты, чем тенденция к обновлению, а в нашем современном обществе мы это видим налицо, да, мы видим некие ножницы между искусством, которое пытается действительно быть новым, которое пытается продолжать обновление, несмотря на то, что оно не принимается этой широкой массой, но в данном случае эта пирамида действительно может рухнуть. Это не значит, что она рухнет полностью, в это как раз я не верю, но это значит, что несублимируемая энергия может перерастать в такие формы социальной реальности, какой была в эпоху классицизма большая Великая Французская революция. Я не думаю, что это случайное совпадение. Да? Если человек не хочет обновляться через искусство, его обновят немножко по-другому. Здесь не нужно видеть божественный промысел, это просто некий механизм, да, некий механизм баланса. И в данном случае, когда Карл-Хайнц Штокгаузен назвал самым выдающимся произведением искусства врезавшиеся самолеты в башни-близнецы в Америке, после чего его творчество негласно запрещено в этой стране свободы, да, и он там вообще, собственно, не исполняется. Его нужно было понимать правильно. Это человек, который редко говорил, так скажем, на примитивном языке. То есть, если вы не хотите принимать мультикультурную модель, которую тот же самый Штокгаузен или Пуссёр потратили всю свою жизнь, да, то, простите, она вам прилетит в прямом смысле слова. Я с глубоким уважением отношусь к скорби людей, невинно погибших в этом теракте, но речь идет не о конкретных отдельных людях, да, речь идет о неком механизме, который, хотим мы это не хотим, работает определенным образом. Вот. Если не искусство обновляет социум, то социум будет обновлен всплеском этой самой несублимированной энергии, вырвавшейся за пределы мира альтернативной реальности искусства. Ну вот как-то так. Нет большой опасности.
Да, смотрите, следующий раз, скорее всего, это совсем конец декабря, я думаю, что это 27 число, вот. И я завершу вводные лекции, что развяжет мне руки и сможет все-таки, позволит говорить о том, о чем я бы хотел говорить в каждую конкретную лекцию. То есть, исходя из вашей реакции, да, и не выстраивая их в определенном иерархическом порядке, да, то есть сейчас мне нужно дать, так скажем, некий базовый минимум, вести в тот круг мыслей, которые у меня по поводу искусства есть, а далее я буду говорить уже о вещах более конкретных, да, о конкретных персонах или даже о конкретных произведениях искусства, которые я бы хотел рассмотреть с той или иной точки зрения. Да? С той иной точки зрения, которая до этого либо поднималась, либо не поднималась, либо поднималась, на мой взгляд, в недостаточной мере. Вот. Ну, собственно, у меня все.